Всем привет, с вами Аурум, и у меня для вас такая очень коротенькая, но очень офигительная новость. Я лично этого жду уже очень давно. Это турниры в игре Clash Royale. Разработчики у себя на Фейсбуке, как, впрочем, и в Твиттере, опубликовали такую новость, где написано «Совсем немножко того, над чем мы работаем». Ребят, смотрите, какая иконочка, какую иконочку можно сейчас посмотреть. То есть турниры, ребят, это вкладка «Турниры». А знаете, почему они опубликовали вообще этот скрин? Потому что много шума наделали те новости, помните, которые все там критиковали, некоторых даже бомбило по этому поводу. Где же источник? Пруфы. Вот, но все дело в том, что на форуме, вы помните, опубликовали такую штуку, где разработчики выложили самые офигительные идеи фанатов, которые им понравились, но над которыми они еще не работали. То есть формулировка звучала именно так. Это идеи, которые нам понравились, но мы еще над ними не начали работать. И в этом списке, помните, я удивлялся, почему в этом списке есть клановые войны и турниры. Потому что, если они не работают еще над турнирами или над клановыми войнами, значит, в этом году можем их не ждать. А я был убежден, что в этом году еще должны появиться турниры по-любому. То есть это реально подогреет очень сильно интерес к нашей с вами любимой игре. И вот, разработчики наконец-то показали нам, типа, пацаны, не кипишуйте, всю хрень мы оставим на потом, а турниры точно будут. Ну, опять же, непонятно, когда они будут, но то, что они показали уже этот скриншот, и сегодня не 1 апреля вроде бы, поэтому это очень мотивирует. Еще больше хочется играть в эту игру, честно. То есть сегодня я вообще ничего негативного сказать не могу, потому что это просто здоровски. Тут просто вот час назад был опубликован этот пост на момент записи видео, а здесь уже миллион там сообщений, 526 комментариев сугубо на Фейсбуке, где все кричат: «Да, наконец-то хотим, давайте еще». Вот, поэтому, ребят, ждем, когда у нас будут турниры. Ставьте палец вверх, пишите в комментариях, как вы относитесь вообще к турнирам. А самое главное, пишите в комментариях, как вы представляете себе, как будут работать турниры. Потому что, турниры — дело, в общем-то, незамысловатое, по идее. Но вот функционал работы этого турнира, мне кажется, Supercell стопудово что-то намутит такого интересного. Потому что, ладно, об этом мы будем говорить как-нибудь потом. А сейчас можете писать в комментариях свои мысли по этому поводу и как вы себе представляете, как будут работать турниры. Ну а с вами был Аурум. Хорошего всем настроения, ставьте палец вверх и всем удачки!